первое, это не допускается поезд провожающий. Второе, пассажирам настоятельно рекомендую использовать на протяжении всей поездки защитные маски. Третье, не передвигаться без надобности по вагону. И четвертое, не выходить на станции, если это не станция, а, конечно, ваша постоянная. Находясь на посадочных платформах, будьте внимательны и осторожны. Время отправления 21:43. Я из Могилёва, сейчас живу в Минске, и вот еду в Сочи, где я жила и работала. Тяжело было найти удачное место, купить билет, ведь все быстро раскупались. Да, вообще, вот я звонила на вокзал, говорили, что неизвестно, когда появятся билеты в продаже, сказали мониторить сайт. Вот, и, ну, я зашла, проверила, смотрю, появились, сразу же начали.